моем понятии, вот понятие, я пытаюсь определить вот это преданность, понятие преданности. Преданность – это когда я не изменяю чему-то, когда я не предаю, я не предатель. Когда у меня появляется при этом возможность выбора изменить, возможность изменить и так далее. Вы говорите, что когда у меня Творец все заслоняет, тогда, по идее, у меня выбор никакого не остается. Аваля та игата лезе жиу. Ну и ты пришел к тому, что он находится перед тобой и наполняет весь мир. Ты подвел к этому, ты это сделал. Понимаешь? То есть это не то, что он тебе это делает. Ты своими действиями в десятке, поддержкой товарищей пришел к состоянию, когда на самом деле ты видишь, что слава его заполняет землю, то, что называется, когда нет места свободного от него, и то, что высший свет заполняет все и находится в абсолютном покое.